read about this or hear this, that you used to go up on Mulholland Drive and park. Yeah, every night. And visualize seeing yourself as... Yeah, I would visualize... This is when you were broke and poor. You know, right, having directors interested in me and people that I respected saying, you know, I like your work or whatever that is. Здорово, ребята. Ну что, как? Здорово. Привет. Как? Водичка, огонь? Огонь, да? Здорово, привет. Привет. Как давно? Отлично. Давай. Ну, братва, всем привет. Мы сегодня крещение. Сегодня твоя братва, Алексей Юрьевна. Илюх. Стасик, Стасик, ребята. Ну что, мы сегодня приехали на крещение. Мы приехали в свой район. Как бы своеобразная тема. Ну, у нас тут все закуплено, все как бы забронировано. И мы приехали сегодня в купель. Всем с крещением, ребята. Сейчас погреемся немножко в бане и пойдем купаться. 25 градусов. Быстро заехали, ребят. Ну, буквально 20 километров здесь от района. И здесь приехали в деревню. У нас все закуплено. Я взял Юрину. Она как бы согласилась, ребята. Но сегодня первый у нее заплыв такой. Я купаюсь постоянно, а вот Юрина у нас первый раз. Она очень переживает, ребята, так что я не знаю, как что будет. Что будет с парнями. Ну, как бы я взял ее с собой. И я думаю, все будет хорошо. Давайте, ребят, погнали. Я сам хочу уже нырять. Че думаешь? Сейчас будем нырять, ёпта. Не бойся, говорит. Мария Тургенев. Как там говорится? Идем в баню. Вот такая баня. Большая очень баня. Камера сейчас запотеет. Я сейчас буду потихоньку вам показывать. Вот такая банька. Здесь топка. Водичка туда-сюда. Ну, мы сейчас пойдем погреемся. Опа. Ребят, ну что, пойдемте. Пройдемте. Улица мороз. Пойдемте, пацаны, нормально. Ребят, ну что, находимся на Сысоле. Вот такая купель. Отлично. Сейчас будем пробовать. Стас, ты первый раз? Да. Еще раз. И все потом. И потом уходишь туда. Все там, потом мелко. Еще иди, одну ступеньку отпусти. Нормально, дыши нормально, ровно. Сразу с ноги. Сними сразу воду. Воду сними. С ноги вот так. Все, спокойно. Не торопись. Ну, молодец. Все. Не торопись, сам не торопись. Вода упала. Вода упала, да? Да, она не сантиметр. Все? Какое? Все уже тепло тебе. Не бойся, не бойся вообще. Юрин, не бойся. Заходи. Давай, заходи. Мы тебя с ним ставим уже не один год. Ой, молодец. Всё? Умойся. Да, Ирина, умойся. Умойся. Пару раз. Держись, за поручень, держись. О, давай. О! Всё, о, молодчина. Всё. Ох!
Все, все, выходи. Выходи, выходи, выходи. Все, умойся, умойся. Молодец. Ах, красотка. Все, сейчас рукой проведи по ногам. Да, 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 да. Все, все четко, молодец. Отлично. Ребят, топаем в баню. Огонь. Будем отогреваться. Все. Все, ребятки, отлично. Братва, вообще классно, вообще здорово. Вообще, ну я думаю, это вообще, ну, это праздник, надо вот так отмечать его, я думаю. Ну, я конечно, буду. Водичка святая, все хорошо. Смородиновый чай. Отлично. Я вытащил, ребята. Ну, мне это тоже все нравится. Я не первый год. Мы уже не первый раз, как говорится. Не новорожденные, да? Да. Мы уже побывали в это дело, в этом деле. Сутки. Давайте. Здорово, ребят. За это дело с крещением, конечно же, без этого никак. Давай, Андрей Викторович. Надо. Давай. Давай, будем. Я. Спасибо, Банька. Да. Спасибо большое. Давай, спасибо огромное. Все. Спасибо вам. Да. Опять флягу набрал? Да. Ешь, блин, немерено. Трех источников водичку надо набирать от праздника. Ладно, полетели, ребята. Морозно у нас тут, морозно, холодно. Спасибо, Банька, спасибо купели, спасибо месту вообще от души. Полетели домой. Что, братва, ну все, мы домой уже приехали. Мы съездили в деревню, ну, в принципе, недалеко живем, ну и как бы... Я Юрину искупал вообще. Круто, я не знаю. Юрин, что? Непонятно еще пока. Все непонятно, ребят. Мы пока все горим, потому что, ну, холодная вода, и обычно как бы выходишь, потом горишь, прям реально горишь. Всем желаем, ребят, вот так проводить время. И купели это реально круто. Так что, ребят, давайте все ныряйте. Хорошо. Все, мы спать, погнали.